Всем привет, ребята, с вами Зломинах. У нас снова видео, и мы рассматриваем мини-обновление в Brawl Stars в честь пингвинов. Добавилась вторая пассивка на мистера П, а также новый скин на него. Прям обновление для пингвина. Кстати, новый видос про мегаящик тоже будет. А для начала посмотрим на пассивочку. Так, где там наша пассивочка? Мистер П. Вот. Жестянка. Здоровье базы роботов-носильщиков увеличено на 3000 очков. Ну, ничего особенного такого. Давайте перейдем к скину. Вот он, агент П. Только у него вместо этого теперь робо-носильщики. Это прикольно. Тем более он улыбается. Кто знал, что это Джим? Пишите в комментах. Но голос такой же, но робот-турелька есть. Можно будет называть его установку турельками, а? Потому что он так похож на турельку. Чемодан это те же. Скин, наверное, будет 30 гемов стоить для тех, у кого уже мистер П есть. А вот турелька совсем новая. Даже атака. Ну, атака не новая, конечно. Давайте в честь обновления еще катканем. К примеру, за 8 бита. Так. Блин, вот как я тебя хочу? Ну, у меня нет гемаса. Так, чего у нас тут есть еще? Опять нет акции с мегаящиком. Зачем мне тогда 2000? Так, конечный боец. Можно, наверное, кто-то с агентом поиграет. Надо его убить. За то, что он донатор. Жалкий донатор. А, ты не донатор. Ну ладно. Ну ладно, с богом. Ай. Не лагай, браво, не лагай. Не лагай, не лагай. Не лагай, не лагай. Так, отлично. Ты какой там отлично? Не, браво, залагал. Отлично, я говорю, да? Вообще отлично. Обновление разобрали, типа, да? Ладно, разобрали обновление, до свидания.